Новая арт-идея для тех, кто не знает, что нарисовать. Или для тех, кому надоели обычные рисунки. На карандашном рисунке я нарисовала спираль и немного стираю ее клячкой. Затем беру только красные краски, у меня это акрил, и начинаю заполнять половину рисунка. Поверх первого скетча я нарисовала второй, и его заполняем уже синими красками. Как раз в оставшихся промежутках. Немного дорабатываем детали и соединяем части. В синем свете виден красный рисунок, а в красном свете синий.